во вторник в Самарской области будет ясно и малооблачно, местами пасмурно. Осадки не прогнозируются, температура днем от 15 до 21 градуса тепла, ночью 14-16. В Сызрани ясный день, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 16, ветер западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, дождя не будет, плюс 19 градусов в дневное время, ночью 16 выше 0. Возможен дождь. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 18 градусов тепла, ночью плюс 16 и небольшой дождь. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 38%, температура воды в реке Волга 21,8 градуса, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.